Добрый день, дорогие мои зрители и подписчики! Сегодня будем готовить простое чайное печенье, выгодное чайное печенье из самых простейших, что ни на есть, ингредиентов. Очень интересный рецепт. Надеюсь, вам понравится. Давайте приготовим. Для приготовления печенья понадобится 500 грамм муки, 180 грамм сахара, 200 грамм отварного толченого картофеля, чтоб без комочков, 2 яйца средних, 120 грамм смальца. Если нет смальца, другим жиром можете заменить. Пакет ванильного сахара, 10 грамм разрыхлителя, немного джема абрикосового или другого и орешки. Приступаем. Яйца в чашу миксера. Я таким большим миксером делаю. Вы какой имеете миксер, тот используйте. Добавляем сахар, ванильный сахар. И миксером перетираем. Щепотку соли добавим. Перемешали яйца с сахаром. Добавляем смалец. Добавляем картофель теперь. Вмешали картофель, вот такая у нас даже пышная масса получилась. Муку просеиваю через сито в чашу миксера и добавляю 10 грамм разрыхлителя. Просеиваю муку. Перемешиваем с мукой. Вот эластичное такое тесто получилось. Я не всю всыпала муку. Еще немного осталось. Можно добавить еще пару ложек. Тесто готово. Так. Духовка уже нагревается. Будем делать печенье. Тесто делается быстро. Главное подготовить все ингредиенты. Вот такое получилось симпатичное тесто. Мягенькое, податливое. Для удобства делим пополам вначале. Еще пополам. И формируем шарики такие с грецкий орех примерно. Вот такие шарики. Делю тесто на 4 части. Из каждого кусочка 10 шариков катаем. Теперь что дальше делаем? В каждом шарике пальчиком делаем небольшую ямку в каждом шарике. В каждое отверстие кладем немного джема. Какой имеете, густенький? Джем укладываем. У меня джем абрикосово-вишневый. Густой. И теперь на этот джем кладем орешек. Грецкий кусочек. Грецкий. Какой имеете? Такие вот, видите, небольшой кусочек. Так, сделала 10 штук. Делаю остальные точно так же. Сформировала я противень печенья, сделала все это. Отверстие, джем положила, орешки. Отправляю в духовку 200 градусов. 8, 10, 15. У кого как, смотрите, да, зарумянивание. Приятного для вас. Печенье готово, пеклось. Около 20 минут в моей духовке. В общем, будете в своей печь, то от 10 минут уже поглядывайте. Или через 8 минут. Потому что у всех разные духовки. Пусть остывает печенье. Рецепт печенья я оставлю в описании под видео. Оно готово. Вкусное, мягенькое. Готовьте со мной. Заходите на мой канал, подписывайтесь. И до новых встреч на моем канале. Вот разломала печенье, видите, такое внутри мягкое, хрустящая верхняя корочка, и внутри очень мягкая, и, конечно, вкусная очень.